Всем привет! Вы на канале iModelist и с вами я, Виталий Новиков. Сегодня посмотрим обзор новинки от фирмы Таком. Фрегат адмирал флота Советского Союза Горшков в 350 масштабе. Внутри коробки находится декаль, фототравление, прозрачный литик с вертолетом в основном, литники с деталями и инструкция для сборки. Всего в наборе 3 детали корпуса корабля и 6 литников с деталями, ну, включая прозрачные. Часть корабля, которая находится ниже ватерлинии, перед вами. Как я думаю, отлита она отдельно для того, чтобы модели можно было собрать без нее. Ну, к примеру, для размещения на диораме. Также предусмотрен вариант установки корабля на специальную подставку, которая есть в комплекте. Боковые части корпуса. Размер модели небольшой. Длина у меня получилась около 39 сантиметров. Корпус корабля может похвастать реалистично воспроизведенной расшивкой. Литник с палубы судна. Экстерьер модели изобилует высокой детализированием мелкими элементами, включая проработанные отдельные лесенки, леера, коммуникационные кабели, питание и трубопроводы. Носовая часть палубы перед вами. Она собирается в первую очередь. И остальные части палубы. Надстройка корабля. Литник с деталями надполодных настроек. Основное остекление рубки капитанского мостика выполнено из прозрачного пластика, который я покажу чуть позже. Деталь, соединяющая две части корпуса. Всего таких 3. Кто будет строить модель целиком, этот литник точно для вас. Здесь элементы рулей управления движением, приводы силовых валов с грибными винтами, а также характерный бульб, который размещается в носовой части, снижающий волновое сопротивление. Грибные винты. Вот как раз и бульб. Надувная лодка с мотором. Ну, это мое мнение. Ствол орудия. Приводы силовых валов. Два одинаковых литника. Здесь находится очень много мелких деталей на экстерьер корабля. Подставка для модели. Ну, кому она нужна будет, конечно. Подставка сделана в виде колокола. Ну, как мне кажется, традиционно для модели водной тематики. Одна из деталей, соединяющих детали корпуса между собой. Вооружение представлено широкой номенклатурой зенитных и артиллерийских орудий. Башня основного орудия может свободно поворачиваться вокруг собственной оси. Литник с прозрачными деталями. На нем находится корпус вертолета и остекление рубки капитанского мостика. Плат фототравления. Винты снова же вертолета и много деталей для самого фрегата. Декали, обозначение посадочного места вертолета, опознавательный знак корабля, флаги. Инструкция сделана в виде книжки, горизонтальной книжки. Есть описание прототип модели, правда только на английском языке, содержимое набора и подробные шаги сборки.
Схема окраски модели и нанесения декалей цветная. Вариант сборки, ну как мы все понимаем, один. Корабль показан со всех нужных ракурсов. Вот здесь небольшая рекламка выпущенных моделей в 350 масштабе имеется. Ну и собственно все. Приобрести эту прекрасную модель этого прекрасного корабля вы можете на нашем сайте itermodelist.ru. А я с вами ненадолго попрощаюсь. До скорой встречи. Ваш я-моделист, и я Виталий Новиков.